Всем привет на моем канале. В этом видео расскажу, какие проблемы возникают при установке приложений из Play Market. Очень часто бывает так, что приложение скачивается, не устанавливается, либо вообще не скачивается, либо возникает какая-то ошибка. Есть несколько причин, по которым это может быть. Сейчас мы посмотрим эти все причины в видео, а перед просмотром подписываемся на канал, ставим лайк этому видео, жмем на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео обзоры приставок. Поехали! Очень часто возникает ошибка при установке приложений из Play Market. Как правило, эта ошибка возникает по трем причинам. Первая причина – неправильно установлен часовой пояс, то есть мы можем установить формат установку времени из сети, например. Сейчас я покажу все это на приставке. Но нам еще необходимо, кроме того, поставить правильный часовой пояс. Как это сделать, сейчас мы рассмотрим. А вторая причина, по которой может быть такая же проблема, это не включена Google Play защита. Как это сделать, также покажу сейчас в видео. И третья причина, по которой это все происходит, это то, что на приставке недостаточно памяти для того, чтобы установить данную игру либо приложение. Это тоже мы рассмотрим, как это сделать, как очистить память, также рассмотрим в данном видео. И первое, что нужно сделать, казалось бы, такая настройка, которая может быть ни на что не влияет, это поставить правильный часовой пояс в настройках. Вот здесь настройка устройства, дата и время, выбрать использовать время сети, к примеру, и обязательно поставить часовой пояс в соответствии с вашим часовым поясом. Посмотреть его можно в поисковике, в хроме, например, и выбрать, у меня плюс 2, это Афины, я обычно ставлю. Посмотреть и выбрать свой часовой пояс можно по запросу, например, мой часовой пояс. Далее выходим из этого меню и заходим в Play Market. Вторая причина, которая может повлиять на установку приложений, это в настройках Play Market. Заходим в настройки. Во-первых, проверяем скачивание приложений. Любая сеть должна стоять. И второе, что еще может быть, заходим вот сюда вот в Google Play. Play защита выбираем. И видим, что здесь не включена Play защита. Нажимаем включить. Либо можно зайти вот сюда в шестеренку и также здесь включить один из ползунков, и при этом включается Google Play защита. Третье, что может быть, это недостаточно памяти на устройстве. Это можно проверить в настройках устройства. Заходим в хранилище, здесь указана память устройства и приложение, которое занимает эту память. Если у вас много приложений, у вас здесь может быть занята вся память. Всего места 26 гигабайт у меня. Доступно 24 из 26, потому что у меня особо ничего не установлено, и, соответственно, 24 гигабайта доступно. Если у вас здесь будет меньше гигабайта, соответственно, ничего не установится, и приставка будет тупить. Поэтому нужно будет в таком случае заходить в приложение из этого же меню настройка приложения, все приложения, и находить то, чем вы не пользуетесь, как правило, такие достаточно весомые приложения, нажимая на них удалять. К примеру, я не использую... Давайте покажем еще системное приложение, потому что на некоторых приставках может быть установлена масса системных приложений, которые такими не являются. К примеру, KD Player мне не нужен, я на нем нажимаю и удалить. Окей. Таким образом очищаю место. Как правило, много занимает место игры. Если у вас есть какие-то игры, они занимают больше гигабайта, и, соответственно, нужно их подчищать, удалять, убирать. Тот же Netflix, например, можно удалить, я этим приложением не пользуюсь. Вот сейчас я освободил уже 300 мегабайт памяти, но, повторюсь, игры занимают гораздо больше. Вот таким вот образом, вот такие вот три нехитрых действия позволят вам установить все-таки приложение, необходимое из Play Market. А как зарегистрироваться в этом Play Market, есть видео на моем канале, также как установить приложение из USB накопителя, с флешки, также есть такое же видео на моем канале. Вот такое вот видео, всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться на канал, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, смотрим видео по ссылочке, которая сейчас появится, пока!